Всем привет! Сегодня у нас будет очень полезное видео. Специально прошлись по торговому центру в поисках футболок. Посмотрели, из какого материала они сшиты, и нам есть что вам посоветовать. В сегодняшнем видео расскажем про разные виды кулирки, чем отличается качество пенье от open-end, это очень важно, какие бывают составы, зачем знать значение пряжи, а также какую выбирать плотность. Садитесь удобнее, будет полезно всем, кто планирует производство футболок, а также просто домашний отшив. В нашем магазине вы можете купить кулирку оптом по очень приятным ценам. Смотрите, какое у нас многообразие расцветок. Ну что, приступаем? Кулирка 100% хлопок – это полностью натуральный состав, полотно немножко тянется, только за счет своего плетения, дает значительную усадку после стирки. Если вы будете отшивать футболки на продажу, то лучше шить с учетом некоторых прибавок или строго после декотировки, чтобы изделие сохранило свой размер после стирки. Полотно мягкое и очень красиво и плавно садится на фигуру. А это кулирка 95/5. За счет содержания в составе эластана или лайкры полотно не нуждается в усадке. Можно сразу кроить и шить, материал прекрасно тянется в ширину. То же самое можно сказать и про состав 92/8. Такая футболка отлично сядет на любую фигуру. Ну, конечно, если у вас в задумках не что-то иное. В наших магазинах вы найдете только такие составы. Выбирайте то, что больше подходит под вашу задумку. Выбирая кулирку по плотности, вам в первую очередь необходимо ориентироваться на целевое назначение, потому что из кулирки шьют не только футболки, но и нижнее или нательное белье, а также просто частично используют для ластовицы в трусике. Например, для ластовицы дают предпочтение низкой плотности и 100% содержанию хлопка, а для футболок выбирают плотность от 170 грамм на метр квадратный и выше. Вот эти варианты с плотностью 165-170 грамм на метр квадратный можно использовать для пошива нижнего белья. В нашем магазине самая популярная плотность – это плюс-минус 200 грамм на метр квадратный, и в составе 95% хлопка и 5% лайкры. Футболки из такого полотна получаются легкие, не жаркие и довольно комфортные для повседневной носки. В зависимости от цвета они могут немного просвечивать. Например, если сравнивать белый или просто светлый какой-то оттенок от черного или темного оттенка одной плотности, то белый цвет будет всегда смотреться прозрачнее, потому что в черном полотне больше красителя. А еще в нашем ассортименте есть бархатная кулирка плотностью 215 грамм. Это отличный вариант для пошива футболок. Благодаря обработке энзимными роликами поверхность полотна приобретает очень нежную и мягкую текстуру. Ширина полотна составляет 185 сантиметров, и с одного рулона в 30 килограмм у вас получится очень даже оптимальная партия футболок. Качество полотна зависит от изначально используемых волокон. В качестве open-end, самом низком, нити образуются из коротких волокон. Такое полотно рыхлое, с небольшими узелками на поверхности, и на нем могут образовываться катышки. У нас в магазине таких полотен нет. Чем волокна длиннее, тем длиннее получаются нити, которые образуют очень качественное и гладкое полотно. Самое лучшее качество – это компакт-пенье, но отличить пенье от компакт-пенье визуально очень сложно. Единственное отличие – это цена закупки. Поэтому самым оптимальным для производства футболок по характеристике цена-качество становится пенье. В нашем магазине кулирка преимущественно только такого качества. Иногда может попадаться кулирка качества карде или ринг. У нас это набивное полотно со 100% хлопком в составе. Материал более рыхлый, менее упругий и с более выступающим ворсом. Чаще всего такое полотно идет в виде чулка. Его можно использовать для пошива домашней одежды, также пижамы или домашних футболок, детской одежды, но лучше не использовать для массового производства. Хотя цена у такого полотна значительно дешевле.
Показатель пряжи с количеством или круткой нитей 40 к 1 означает, что перед вами довольно тонкое полотно, несмотря на плотность. 30 к 1 плотнее, а 20 к 1 самое плотное. Для кулирки высокого качества свойственна пряжа 40 к 1 или 30 к 1. В нашем магазине у кулирки качества пенье показатель пряжи 30 к 1. Кулирка именно с таким показателем пряжи, а также качество пенье и плотности 200-215 грамм на метр квадратный – это то, что выбирают оптовики для производства футболок. Вот и все. Теперь вы сможете подобрать для себя только самое подходящее. Ссылка на весь каталог кулирки будет под этим видео. Также там будет ссылочка оптовикам, по которой можно заказать кулирку оптом. Поставьте лайк, если видео было полезным. А если лайков будет много, то мы запишем еще такое же видео про футер.